Ну что, я снова всех приветствую, на связи Флоди, и совсем недавно на всех серверах Амайзинга прошла судная ночь. Простыми словами, это когда на определенное количество времени отменяются все правила, и ты можешь делать почти все, что угодно. Убивать, таранить, устраивать лютую дичь. В жизни, конечно, это, насколько я знаю, нигде не практикуется, да и очень хорошо, кстати. А вот в игре, то есть на Амайзинге, такое решили воплотить. И я, собственно, залетел в эту ночь на сервер, дабы снять вам то, что там происходило. А поверьте, там была полная жесть. Так что досматривайте этот ролик до конца, и если вы еще не играете на Амайзинге, то скачивайте его по ссылке в описании, устанавливайте игру и заходите играть ко мне на 04 сервер. И не забывайте при или после регистрации вводить мой промокод Флоди, который даст тебе приятный бонус на старте игры. А я, собственно, не буду больше вас задерживать, всем приятного аппетита, кушает и приятного просмотра. Короче, ребят, вот я уже и на Амайзинге, и через минуту наступит то самое событие. Короче, сейчас возьмем, наверное, этот БТР, на котором мы будем всех таранить, ну или же просто наводить суету. Так как сегодня у нас такое, в принципе, можно. Тем временем остается уже 10 секунд, бля, хз, что сейчас будет, но будет пи***ц, я уверен. Все, началось. Сразу чисто обращаем внимание на чат. Там уже просто тупо полный капец. Ну и короче, мы можем дэмить, МГшить, таранить. Не, ну вот что это за пи***ра. Все, порешали вопрос по РП. Погодите, а чем мне ДПСники мутузят-то? Это что за тимкил, я не понял. Такое же вроде запрещено. Еба, это что за... А мы-то думаем, чел ПГшников на базе их нет. Чисто так, я напомню, типа таран, если что, разрешен. На нахер. Ну чё это за хрустики на дороге, ё-моё. Я их чисто давлю, ну типа, ну если что-то задело как бы. Потому что они по нашим стреляют. Внимание всем, не спрашивайте, кто я, чё я. Но сейчас посмотрим на реакции игроков. Смотри, что делает. Не, ну это расстрел нахер. Уф, лежать, блядь. Некой, блядь. Все, вот так и решаются дела в судную ночь. К слову, я еще и поимел этого, с этого типа 45 тысяч рубасов. Тихо, свой. Тихо, свой. Свой, пацаны, свой. Я хэба, все, да слой. Это мясо. Слой. Это мясо. Это мясо. Отстаньте. Отстаньте-то я свой. Ребят, вы уж меня сильно простите, но мне пора. Кабани дела, так скажем, типа. Опа, еще один хрустик. А, блядь, стреляют, помогите, помогите. Все, останьте, не трогайте, ребят, все. Извините, что ваше убил, ничего личного, просто бизнес. Сваливаем, пока мне на шашлык не отправили. К слову, главное, такие тяжелые времена не забывать помогать другим. Вот у пацанов бен закончился, надо им помочь дотолкать машину. Просто они меня минуту назад спасли от двух типов, которые хотели меня на шашлык пустить. Опа, 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 это чё? Нашего повалил какой-то чел. Давайте отомстим тогда, попробуем. Все, брат за брата, извините, таковы традиции. Не, ну кстати, вот эта тема с тем, что я могу убивать ОПГшников с розыском и лутать с них по несколько десятков тысяч, это реально имба. В общем, не спрашивайте, что у нас тут за пати с ДПСниками, просто мы едем в Син, там дальше заберем кого-то и полетим захватывать мост в Юшке. Вот и все машины забирать. Блин! Все, нам пи***а, ребят. А нет, нет, не пи***а, короче, мы просто засейвились люто. Опа, опа, еще тулево, еще плюс 45 кс. Блин, я уже залутал около 150 тысяч за меньше, чем за 20 минут. Ну ты реально прибыль. Что происходит просто, я не понимаю, что это еще за шейхи какие-то. То еще зеленая зона, не можно нормально стрелять, типа. Просто какой-то, ребят, пипец происходит. Кстати, напишите в комментариях, кто такие шейхи, типа, ну я вообще не в курсах за них как-то. Ну короче, время давать по съебам, пускай тут пить, а я по съебам. А, так вот, вот типы мои тут. Короче, сейчас едем к ППС-ке, там лутаем людей еще, и потом едем захватывать мост. Ну в целом, мое мнение насчет судной ночи, это интересно, разбавляет как-то игру. Но что думаете вы насчет этого, то можете черкнуть, например, комментарии. Вы просто посмотрите, что творится в КПЗ. Я в шоке, просто сколько здесь людей. Ну, тут у парней своя атмосфера, как я вижу, не будем мешать. Извиняюсь, что отвлекаю от просмотра этого ролика, но ты только взгляни, какое превью сделал мой друг Рейник. Качественные услуги, быстрое выполнение работ и позитивные эмоции сделок, все это у его дизайн-студии. И если ты надумаешь заказать у него какую-либо дизайн-услугу, то действует мой промокод Флоди на 15% скидки. К слову, у него сейчас проходит конкурс на превьюшки, пак дизайнера и многое другое. Так что приходи в его группу ВК, участвуй в конкурсе и заказывай топовое оформление по низким ценам. Ссылочка в описании. Дерзай. Чисто чекайте, сколько нас сейчас в этой тачке. Но это просто лютая жесть, и такое бывает только на Амайзинге. Тут на мосту, как я уже вижу, полный шлак происходит, до хера каких-то машин. Ну и короче, это полный трындец. Ой, блять. А я не думал, что мой кабан так далеко прыгает. Там чисто типы на кибертраке в воду упали. Блять, даже хз как-то, что сейчас можно поделать? Нихера там себе шейхов! Здесь шейхов, ебаный рот, блять, откуда они взялись?
Не, ну тут надо убегать, а то мне сейчас точно на шашлык пустят. Ну все, как бы я по РП спрятался, типа в воде, как бы кабаны же дыхают вроде бы под водой или нет. Ну что, вот и подошел этот видос по мазингу к концу. Кстати, а вы присутствовали на судной ночи? Если да, то напишите об этом в комментарии, а также поделитесь своим мнением касаемо этой МПшки. А я напомню, что ссылочка на скачивание проекта имеется в описании под видео, так что начинайте свою игру вместе со мной. И да, промик введите, не забывайте, чтобы получить бонус на старте игры. А я с вами на этом прощаюсь, всем удачи и до скорых встреч, еще увидимся.